показывает. Мы подумали, что если Макс встанет на руку, он может ходить по потолку прям. Ну, Макс, вытяни руку, пожалуйста, наверх. Почему здесь так плохо в доме? Смотри, смотри. Представляешь, какой у него, какой он высокий? Макс, вытяни. Сейчас. Макс, дай водички мне. Вода на след, вода на след. Это то, что у нас все есть. Давай, давай сюда. Вода на след. У нас вода на след. Давай, давай. Я даю ее Екатерине. Без Евы. Да ладно. Ой. Уже поздно запомнился. Екатерина. О. Ты издеваешься, что ли? Пить хочу. Экономим, вода последняя, бутылка. Вот на тебе там глоточек. Да, вон. Да. Юр, оставь бутылочку воды на всех. Да, тут, а так половина. Ну я глотнул. Вот я тебе даю глоток последний. Да ну там на последний не хочу. Надо на донышке. Вот надо пей вот эту воду. Вот. Ну, глоточка здесь сделала. Извини, Катя, я тебя мало знаю. Я не пью просто чушь. Мы здесь все пьем и едим. Ну каждый сон. Ты что, обиделась? Ну, та последняя вода, это на всех. У меня есть еще одна бутылка. Ну, я ну, задаю вот. Ну, чтобы расти немножко. Я же знаю, что мы все будем. Если бы это мне хорошо с твоей стороны. Слушай, если бы я ее припрятал пил один, вот это а так я же тебе сказал. Что, он с нами есть? Да. Еще этот, Макс, держи меня! Да, держу! Еще не упал. Смотри, видишь камеру? И вот она. И вот так, и вон там. Да. Там на прижоре борьба. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Там еще две. Да. Шесть камер, шесть нас. Что они хотят от нас? Что вы хотите, люди? Скажите, пожалуйста, что вы хотите? Нет, ну я реально убедилась в том, что нас реально смотрят. И смотрят нас реальные люди. Реально? Да, я уже убедилась, ребята. Мне потому что, кстати, готовится курочка, которая достала на Мирпова из Волгограда. О ней точно не мог никто узнать. Спасибо, Наталья. У меня даже нет ее номера телефона в моей справочной, в моем телефоне. Ну, то есть, это однозначно, что человек смотрит. И просто прислал курочку. Просто мне непонятно, как они присылают, и это попадает в печь. Для меня это просто необъяснимо, но факт. Это, да. Необъяснимый факт. Ну, необъяснимо. Попробуй объяснить какие-то выводы, попробуй сделать. Не выводы, в смысле теории какие, что может быть. Ты просто задаешь вопрос и говоришь, для меня это необъяснимый факт. Какие-то теории понакидывай, что это может быть. Ну хотя бы, может это фантастическая теория или логическая, но понакидывай. Ты просто говоришь и говоришь, все. Так же, как сейчас Наташа Меркулова. Ну иди, порассуждай, порассуждай. Это... А нахрена тогда ты вопросы задаешь, если ты не рассуждаешь? Это... Я, прости, пожалуйста, просто я, у меня подвешивает тебе такая вот, знаешь, ты как бы говоришь, я не понимаю, и все. Я на тебя хожу. Это круглосуточный Дед Мороз, ты не будешь, типа он... Вот, даже он говорит про круглосуточный Дед Мороз. Бред, бред, согласен, но в споре рождается истина. Истина в вине. Если ты не считаешь, что это кацки какие-то, печка сама. Самая... Они кидают Дед Мороз. Я тоже считаю, что как бы если условия договора или этого, то КАЗ просто обязана как-то нас тут, потому что... Ну если там тупик, туда Лея залазила, там бонус, там нет ничего. А может быть за этой стеной какая-то дверь, они с той стороны могут открывать? Ничего. И класть что-то. Это же дверь. Нету дверь. Стыд был, конус трещина, а если там люк, который практически не видно, он так открывается, а под домом подкоп.
и в этот подкоп проходят продукты. Не думал об этом? А кому? Ну, ты орешь, ну даже если думаешь, что ты орешь. Ну потому что ты говоришь, не понимаешь? Не кричи, Вась, да не кричи. Катерин, меня бесит, что ты просто говоришь и... Она же не кричу. Я просто рассуждаю, что так значит бесит. Так ты не рассуждаешь. Если ты рассуждала, ты... Закрой свой рот уже, а! Ты тут такой, кому разговаривать, так и не понимает. Не беси меня, все, я... Вот ты меня не беси. Да, Макс? У нас круглосуточный Санта есть, который, да, привозит нам подарочки. Но он привозит только тем, кто хорошо себя ведет. Ну да. Да? Все так и сходит. Кто себя плохо ведет? Ну вот Санта. Ну да, он странный, но вот тем не менее. Да, Макс? Мы его, бывает, не слышим, когда он на оленях прилетает. На оленях прилетает, не слышим. Динь-дон, динь-дон. Оповещение. Динь-дон? Да. Покажи как. Например, я олень, ты Дед Мороз. Как? Вот. Так. Эй! А вот я, привет, пришел. Подарки вам пришел. Смотри, девочка хорошо себя вела весь год. Кому же мы дадим сегодня подарки? Вот или нет? Ага, за что? Ну ладно, вот просто так лучше. Тебе просто так. Что дали ты? Ничего тебе нет, что дали? Мне бутылка воды недопитая. Вот. Пожалуйста, пей, растягивай удовольствие. Вот. Следующая остановка Вась Васич. Что делать? Ну что, Вась Васич, заслужил ты в этом году подарки? Так, или нет? Надо подумать. Совещание с экономами. Так, ну здесь все, нам надо наверх ехать. Да, ему дадим банку тушенки. Банка тушенки. Если ему тучу. Нет, нужно тоже что-то. Смотрите на школу. Не забыли все. Получает от доброго Деда Мороза. Целых ящик лакшери конфеты. Фаелки что ли? Я бы съела сейчас фаелочку. О-о-о, я бы сейчас, знаешь, что делать? Мне бы сейчас ноутбук, колонки бы сюда. Мне бы купил. Тебе бы тоже? Конечно. Я себе. А тебе, извини, а ты бы мне игры, да, показал какие-нибудь крутые? Я бы музыку включал бы. У нас там всегда пульты есть, мы делаем там, эти. Какой-то. А ты бы не бился бы, да? Давай на Венденцо, кому ноутбук нужнее. На 5 очков. Прости, какие. Венденцо, вот так умеешь? Камень, ножницы, бумага. Нет. Смотри, я тебе сейчас нужно. Шампуньки мне помешало, да гель для душа. Есть три действия. Это камень. Вот видишь? Давай это еще раз. Это бумага. Вот. Мы говорим. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, я три. Показывай. Давай, камень, давай, камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Я проиграл. Ножницы, да, камень, ножницы, бумага, раз, два, она... три. Сейчас покупил, что ли? Камень, ножницы, бумага, да? Раз, два, три. А вон та камера, видишь? Камень, прямо ножницы, на бумага, раз, два, а три. А не знаешь, что у нас произошло? Камень, ножницы, бумага, ты раз, про войск там дал. Да, да, что мы сегодня чуть-чуть не были. У меня цепь трещина. Что с этим делать? Я бы хотела, знаешь, к кому обратиться? Мне нечего обращаться. Да, я бы хотела обратиться к Зотукац. Зотукац. Вот вы нас здесь закрыли в этом доме, а не заметили о том, что если какое-то рукоприкладство происходит в доме, то каким образом это разрешается? Если, например, у меня повредился зуб, что мне делать? Мои ровно идеальные зубы от природы. Как быть в этой ситуации? Мне разбили губу и повредили зуб. Может быть, тут есть какая-то тюрьма, где можно закрыть неадекватных людей? Как быть в этой ситуации? Я не могу отсюда выйти, попасть к стоматологу. В этой студии оказывается человек, который непременно участник этого. Я думаю, что главный критерий того, чтобы губы не были разбиты и зубы были целы, держать рот на своем замке. Это раз. Это свободная страна, и здесь можно выражать свое мнение как угодно. Хорошо. Во-вторых,
Надо, никто не разбивал ни губу, ни зубы, ничего. Просто взял ее за руку, чтобы она не раздавила мой ягодит, который мне прислали мои родственники. Взял ее за руку. За еду, то есть этот человек считает, что нужно быть благороднее, а сам за какую-то просто поганую еду... Короче, не слушайте ее, это все сказки, сплетни. Она просто сочиняет, все прекрасно видят, что она плохиш, она недовольна. Она опять меня влюблена, я тебе еще раз говорю. Я не буду с тобой, Ксю, я не буду. Это жалкая провокация. Я не буду с тобой. Расслабься. Не надо никому жаловаться. Тем, и просить пощады. И просить спасения. Чтоб тебя спасли. Это жалко меня провоцировать. Первый раз я поминаю. Я ее не люблю, ребят. Я не люблю. Она мне не нравится. Она почему-то считает, что я ей нравлюсь. Понимаете, в чем прикол? Я и так ей объяснил. И всяк ей объяснил. Она начала меня унижать, оскорблять. Я ее уважал. До последнего уважал, пока она не шла хлебом расхитываться, который мне, между прочим, выпрашивали тут 3 дня, с голоду помирали. Но все-таки он пришел брать мои вещи, медовик, ломать мои какие-то вещи, которые я сделал, расстаться, ломать вещи. Я ее не бал. Я ее взял за руку, чтобы удержать. Вот опять баба, девчонка, кому пожаловаться. Она так и хочет кому-нибудь в попку залезть. Нет, там, просто чтобы всегда меня окружали только солидные мужчины, которые так себя ведут. А то и видно, солидные, какие-то, солидная дама приехала сюда, без воспитания. Попала сюда с разбитым коленом. Это какие солидные люди? Это что ж с твоим коленом случилось, что солидные люди тебя как-то вот так таскают? Неужто тебя опять кто-то избил, кто-то некультурный в твоем солидном обществе? Что ж с твоим коленом? Это весь день было. А что с ним было? А как? Она начала... Пожалуйста, Вась Вась, не лезь. Я тебя умоляю. Я тебе лезу. Просто не лезь. Не лезь. Конфликт. Вот что с ее коленом было? Вот кто? Кто-нибудь знает, что было с ее коленом? Кто ее избил? Вот так вот, жестоко. Кто ее избил? Она приехала с коленом разбитым. В платье в каком-то. Давайте поразмыслим, что случилось. Наверное, она была на лакшери тусовке, на какой-то тусе, и опять раскрыла свой рот, где ее опять выгнали как собаку, как и отсюда пытаются выгнать, как собаку. Она все гавкает, хочет куда-то пристроиться. Да, давайте уже начнем. Меня подставили, мальчик. Ой, господи, кто тебя с коленом подставит? У тебя даже ничего нет, чтобы тебя подставлять. Ни денег, ничего, платье какое-то страшное. И сама ты, блин, вся какая-то тоже не очень на самом деле. Но тем не менее, она вот выпендривается. Если она на личности переходит, то и я буду на личности переходить. Мы здесь в одном доме, я не хочу терпеть это постоянно, вот эти какие-то унижения мои, унижения еще чего-то и так далее. Вот как бы это странно все. Это есть так все, есть такое одно дурацкое место. Вот и все. И никто ее не избивал. Она просто периодически любит пожаловаться и покритиковать, кого-нибудь унизить. А унижает она тех, ты кто ей видишь, нравится. Ты не видишь, что-то происходит? Не знаю. А унижает она тех, кто ей вот нравится. Но она не умеет просто подхода человеческого нет. Вот и все. Все по-честному. Мы здесь с добром. Вот такие дела. Ну, а если она еще что-нибудь говорит, ну, короче, все слышно. Екатерина, мы можем уже выключать плиту? Да? Ну давай подумай еще что-нибудь скажи, поразмысли. Чего ты молчишь? Я хочу, чтобы... Вот сюда, пожалуйста. Я хочу, чтобы из этой пацы прислала стоматолога. А что с твоим зубом? Да ты блефуешь, он у тебя здоровый. Пускай приедет стоматолог, я покажу, что у меня откололась эмаль. Так оно у тебя и так было отколото. Ты фиг знает, на колено упало, что там разбитое приехало сюда, непонятно. Хорошо. Как. Так, ты так разбита. А сейчас просто решила с меня, как обычно, со всех мужиков стрясти бабки, стрясти деньги и, пожалуйста, найти виновата. Ты сама виноват. Наслаждайся своей жизнью. Вот так. Мы живем в аду. Я живу в аду. Да уж дела. Знаешь, Катерина, может быть, как-то обратиться к Эльдикац, чтобы прислали хотя бы какие-то первые вещи, какую-то первую необходимость. Да. Такие как шампунь, гель для душа. Хотя бы, чтобы медикаменты были какие-то. Медикаменты.
рекомендации? Ну, вообще медикаменты, конечно, нужны. Хотя бы тот же аспирин, пластырь, потому что если бы у тебя докровибы, у тебя бы пошло. Когда я лопнула с обморок, вот я реально не знала. У меня и так разбилась губа. Просто изольдеказа должна понимать, да, если она здесь нас всех собрала, как мы будем бороться за наследство? Ну, на крайняк у Миланы по-любому какие-то там аптечка и хиричка. Хорошо, но мы же не можем ходить все время в одном и том же. Вот в этом платье я хожу уже сегодня четвертый день. У меня не мытая голова. Я не могу даже смотреть в камеру, потому что у меня нету ничего на лице. У меня разбитая губа, и накрашенное лицо, и не мытая голова. Я не знаю, конечно, это долго продолжаться не может. Да, есть. У нас вши заведутся реально. У нас просто заведутся вши, и мы здесь все, не знаю, что будем делать. И блохи заведутся. И чесотка заведется с такими методами. Реально кто-нибудь смотрит, то кто-нибудь над нами жалится. Я вот эту версию передерживаюсь. Ну, шампунь нам уже очень необходим. И сменная какая-то одежда. Нижнее белье хотя бы. Здесь очень холодно. Я хожу без обуви. Да. Простите, а нам еще, кстати, детей рожать. Да. Ты что-то видишь? Что-то курки на мой взгляд. А, да, я тебе-то что сделала? Сарказм – это низшая форма юмора, да? Я тебя вообще не трогала. Чего ты на меня нападаешь? Из-за курицы, из-за курицы. Нет, мне кажется, она просто поддерживает звук, друга. Нет, просто ты мерзкая была. Пагетто. Давайте создать коалицию, поженитесь, родите детей. Что тебе еще дать? Что тебе нужно? Твоя выпивка на сторону. Значит, все пытаются... Почему-то все пытаются выезжать к мне по какой-то причине. Здесь как минимум есть еще люди. Свою варежку заклей тогда. Но не обращайся ни к кому. Посмотрим, как мы запоем, да? Да, им деньги нужны. У тебя деньги что есть? Нет, когда пойдет борьба за деньги. Она же пойдет когда-нибудь? Ну, во-первых, нужно точно знать всю информацию, чтобы... Нет, ну раз есть какое-то наследство, нас здесь собрали, значит, будет какая-то борьба. Я понимаю, но зачем... Это же очевидно. Очевидно. Но зачем тогда вот этот хрен уйдет один, уйдут все? Ну вот. Не, вот я жила без этого наследства, и дальше бы жила. Не надо мне ничего вот этого. И вот это терпеть вот здесь вас всех мне тоже уже насточертело. Может, нужно уже остудить просто. Кружочек еще есть. Очень, конечно. Все хотят, очень уже есть. Да там уже все подготовилось. Ого! Вилок бы, да? Ну да, как мы руками будем есть. Слушайте, а надо что-то поставить, какую-то подставку, может, прямо с этого противня? Ну, а мы так и будем сейчас делать. А что мы подставим? Либо вот этот на него оставим. Нет, он же пластиковый. Так, отходи все. Дайте это плиты. У нас просто королевский сегодня обед, ужин, завтрак, все вместе. А как, чем брать-то это? Сейчас немножко подостынет. Я уже сейчас хочу. Очень вкусно это выглядит. Очень. Впервые картошка в мундирах в духовке у нас запекалась вместе с курицей, с помидорами. У нас просто нет рецепт, да? Рецепт года. Нет, у нас ничего, сейчас подостынет.
Что это такое? Ой, какой-то стаканчик. А, тут масло, надо разобраться, это должны сделать мужчины, я думаю. Ну, конечно, конечно, конечно. Масло мывает мужчина, но только руки хорошенько сначала моем, идем в ванну. А как мы их помоем, еще у нас нет мыла? Ну, хотя бы иди кипяточком. Просто горячей просто водой. Кипятком. Да, просто горячей водой хорошенько помой. Пускай подостынет. Да, подостынет, естественно. Чего же мы горячую будем? Ну, невозможно. Это тазик, как мы будем? Со спротвеня это есть? Да. Ну, очень красиво выглядит. Эти помидоры прям очень красивые. Да. У меня урчит. Я тоже. Нам бы хоть... У нас ничего не появилось. Ну, что, ладно, есть вилка какая-то. Все, ты выключила, да? Да, конечно. Я нашла тарелочку. Ну, кстати, очень оригинально, согласен. А, это очень вкусно. Серьезно? Да. Иди, Вася, помой руки сначала. Я никогда не думала, что просто картофель в какой-то кожуре. Ребят, спускайтесь, идемте есть. Да, у них коалиция. Да, Юра, Лия! Макс, бери картошечку пока. Верка, не скажу, что у вас есть родственники. Потом в этом же противне можем еще картошку сделать на этом масле. О, боже мой. Она пересохла, да, чуть-чуть? А почему-то она пересохла. Кто прочитает? Здравствуйте, как у вас дела? Я отлучилась и многое, наверное, просмотрела. Изольда Кац. Вот, я пыталась объяснить о том, что у меня травма, и мне нужен стоматолог. Я отлучалась и многое, наверное, просмотрела. Много вы посмотрели, Изольда Кац. Нам невозможно жить в таких условиях, когда все закончится, уважаемый Изольда Кац. Вы отлучились надолго, и вы на самом деле очень много здесь посмотрели. Здесь происходит сумасшествие какое-то, сумасшедший дом. Здесь все друг другу уже переругались, уже не только переругались, уже все передрались. У нас разбиваются губы, трескаются зубы, ломаются руки, что творится непонятно. Так, слышь, Катерина, давай по делу. Короче, мы нашли фотографию. На фотографии то ли Милана, то ли Тома не можем определить. Также мы нашли свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении Прасковьи Павловны Смит. Метрику, да. Вот, поэтому давай, если надо говорить, бери по делу, не надо жаловаться. Ну так а что ты тут? У нас тут все 5-10. У нас картошка, курица, у нас все нормально. Спасибо. Давай по делу. Спасибо из-за того, что нам прислали. Дальше конечно. Сколько это будет продолжаться? Ну, это мы хотим знать. Происшествие, ну не надо. Так потише, я говорю! Мы хотим знать сумму наследства и есть ли вообще смысл нам здесь находиться и сколько мы должны здесь находиться за какое-то наследство, которое мы еще не знаем, размер этого наследства. И что значит, кто это достойный, когда это выяснится, кто это будет выяснять, кто это будет судить, что достойный, кто из нас здесь достойный. По-моему, здесь все сумасшедшие, неадекватные люди. Кто из них достойный получить какие-то какое-то наследство? Меня нападают в этом доме, и что сейчас? Что, по-моему, есть что сказать? Ладно, я пожалуйста, я хочу вам пожаловать. Ну, надо это сейчас. Хотела бы конечно. Когда будет очевидно, второе, вторая часть завещания или еще чего-то, то, что было очень сказано, мне нужна полная информация того, что здесь происходит. Не вот это вот терки и шмерки там между друг другом, они притируются. Просто хочется понять, что сейчас надо делать. Я уже понял, что смотрители действительно это настоящие люди, это было понятно. Какой смысл вообще сейчас спрашивать, как у нас дела? Хреново наши, блин, дела. Мы здесь были несколько дней без еды, без одеял, поэтому давайте быстренько перейдем к делу, а не будем вот это рассусоливать, типа, ой, как ваши дела? Да вам, наверное, похрен, как у нас дела, если происходит то, что происходит. Поэтому ближе к делу, пожалуйста. Нет, давайте не попросим. Просто если у нас в ближайшее время не появится шампунь, гель для душа, депилятор, сменное белье, сменная одежда, у нас заведутся вши и блохи. Чесотка в нашем доме заведется. Мне скоро у меня выпадет зуб, мне нужен стоматолог. Нормально у нас дела. Если да, если не пушить, жалуются не постоянно.
Просто действительно, Корея говорит, надо по делу, чтобы понять. Ну ты условия не ставь, да, по-человечески общаться, да, ты как бы давай. По-человечески общаться, да, с тем человеком, который меня обдолбал какой-то фигней, притащил сюда. Ну а что? По-человечески. Ну понятно, зачем мы это? Мы тут как обезьянки. Ты родственница. А ты прав, по-человечески. А ты хочешь, чтобы она сделала так, что тебе было еще хуже? Сначала общение было понятно, что тут не по-человечески. Вот моя тарелка, пакет. А из страха, что будет еще хуже? Иди в пакет. Да, не надо нам делать, пожалуйста, еще хуже, потому что мне пипец как охренительно страшно. Ой. Лужа. Нет, хотелось бы что-то не хотелось, я уже забыла. А, хотелось бы мартини, если честно. Потому что я уже не могу без алкоголя это выживать здесь. Это полнейший ад. Я не взял шампунь. Ой, я так понимаю, это... Давай, давай скорее. Вот, ем из крышки. Отрви. Потому что уже это невозможно. Ну, нет другого выхода. Благодарю, что ты вообще ешь. Я благодарю. Почему просто нас довели до того, что мы просто благодарны за то, что мы можем поесть? Очень круто. Вообще. Шик. Посмотрим сейчас на цветы за увлекаться. Скорее всего. Айхоп. Ну, раз она написала, то я думаю, что да. Ты нам скажешь что-нибудь? Как она сама хочет получить информацию. Она не понимает, ничего. Она прекрасно все видела. Она хочет понять. Да, 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 как она все видела. Она относится к тому, что здесь происходит. Да? Пока она видит то, что все жалуются. И никто нормально не хочет обсудить, что мы нашли, что на этой фотографии, что делать с этим. А знаешь, что? Потому что есть такая пирамида, называется масло. Первые нужно сначала потребности низшего характера, это находится на самой низкой пирамиде, такие как еда, вода, секс, мытье головы. Это тоже входит в эту пирамиду. Uh-huh. А потом идет более высшее, решаемые такие вопросы, как о наследстве, о духовности и так далее. Пока ты не решишь свои низменные потребности, ты не сможешь перейти на более высший уровень. А тебе представь, что ей неизвестно о твоем масле. Мне в принципе срать, какая это там пирамида. Она хочет, а ну, это мы на этих условиях здесь, вы поймите. Мы не можем ей ставить условия. Мы можем только принять то, что они дают. Так мы ей рассказываем. Определись, ты либо с нами, либо с ней. Я с вами. Я с вами, так просто мы, я не так хочу, мы чтобы нам еще было хуже. Так мы рассказываем о том, что произошло. Это сейчас ощущение, что ты стоишь просто на ее стороне. Ну, такой, знаешь, типа, ребята, вы не правы, она вот такая, а вы не правы. Ну, то есть ты считаешь... Надо выбрать тактику, обтирать ее и это, и... Нет, понимаешь? Нет, будь собой. Просто мы не можем перейти дальше, рассуждать, пока мы голодные. Мы только думаем о еде и как помыться, как помыть... Ты так нет! У тебя картошка в курице запеченная! У меня грязная голова, я не могу сидеть грязная, вся вот такая вот без макияжа, в одном платье уже. Уже нет сил жить в этих тряпках. Укрываться тряпками. Есть из чего? Из глиняного, из какой-то крышки. Екатерина есть пакет. Ну, спасибо за курочку, Наталья Меркулова, все-таки хочу сказать. Слава Богу, у нас есть родственники. С Волгограда. Я не мешала. Понял. Я так поняла, что помимо родственников еще другие люди смотрят. А кто тебя отправил что-то еще? Может, отправлять могут только родственники? Может, у них такая... Наверное, да. Прерогатива? Или мы что-то не знаем еще? Да. Ну, курица вкусная получилась. Да, правда, это правда. Без специй даже, да, ребят? Просто мы голодные еще. Курица просто бомба. Или просто курица от души была послана Наталье Меркуловой. От души и с любовью, Наталья поэтому Меркулова. Вкусно. Наталья Меркулова. Да, большое. С Волгограда. С Волгограда. Которая. Ну, как бы и картошечка. Правда, она закончилась. Картошечка вкусно. Картошку, короче. Сколько вот если и надо. Туда, и туда соус наливаешь такой, и картошку толчешь там вообще, ребят. Сольку, вам надо сольку, Милана, давай, сольки нам. Где? Вот. Есть соль? Ну, за стол присели, конечно. Это Милана дала? Да. Милане респект. Помидоры. Приятного аппетита, кстати, всем. А ты что, мясо не ешь? Не ем. Почему?
Не хочу. По каким-то физическим соображениям? Это не твоя норма дела. Я не понимаю, я ничего не сделала, надо только меня агрессировать. Ты сделаешь три дня уже всем хорошо, поэтому наша очередь теперь. Ты ешь нашу еду, пожалуйста, помолчи, ешь просто ее, и все. Так настоящие мужчины не поступают. Так поступают настоящие мужчины. Настоящие девушки так не ведут себя. Настоящие мужчины так себя не ведут. Настоящие девушки так себя не ведут, просто-напросто. Которые обеспечены, у которых есть... У тебя ничего нету вообще. Так, давайте поедим нормально, а? Без всяких уже. Что у меня есть. У тебя ничего нету, чтобы тебе что-то давали мужчины. Так, прекратили, дайте поесть нормально, что такое? Сначала девушкой стань нормально. Кто-нибудь будет умудрее, нет, глаз? Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Ну, точно не он. Точно не я, да. Не в этой ситуации. Господи. Просто он еще себе поддержку нашел, а то так бы не вылез, бедняжка. Конечно, вылез бы. Ребят, это наша и ужин, смотрите. Вот да. Только дерьма не вывезешь. Я не осенизатор, чтобы говно высасывать. Ну, естественно. Конечно. Поэтому берешь себе союзника, потому что ты слабый, как девчонка. С чего ты вообще решила, что делать союзника? Поговорить. Никакущие просто. Как там? Пока говно не тронешь, оно не воняет. Слушай, ну... Тише, тише, что там пишут? Помните ли вы, почему вы здесь? Да. Изольда Кац, конечно, мы помним. Потому что я... Вы здесь из-за наследства, но мы не знаем даже размер наследства, есть ли нам смысл здесь находиться. У меня там бизнес горит, я вот не знаю, Сан Санычем справится один без меня или нет. У меня до этого тоже была прекрасная жизнь. Мне не нужно было вот так побираться. Ой, что у тебя там было, господи? Я понимаю, что у некоторых здесь ничего не было. Ни денег, ни квартиры, ничего. Это даже это за счастье здесь находиться. С разбитым коленом. Чего у тебя там было, господи? Чем ты бравируешь? Стояла на колене. Чем, что у меня колено разбито? Не можешь это делать, чтобы... Конечно. Извиняюсь. Вот у Кати было так, что-то. Так, все. Курицу на ужин оставляем. Картошку еще можно по одной съесть. Кто-то против? Нет. Окей. Значит так, ребят. Реально, почему мы здесь? Как вы думаете? Все же понятно, да? Из-за наследства. Потому что мы родственники. Вот, вот, правильно. Потому что мы родственники. Каким бы не были, да. Кто бы каким ни был, но мы являемся как родственниками. Как говорится, родственников не выбирают, да? Да, всех да. Всех нас объединяет Прасковья Павловна Смит. Так? Да. Так. Чем она нас объединяет? Тем, что она, будучи уже ушедшей из жизни, оставила нам всем наследство. Нас 6 человек. Это наследство мы можем получить благодаря чему? Благодаря тому, что кто-то из нас будет достоин один этого наследства, а все остальные получат процент от этого наследства. Что значит достоин, пока никто не может понять. Есть какая-то вторая часть этого... замечания, которую пока тоже никто не знает. Также мы знаем, что Милана и Изольда Кац, они связаны тем, что этот дом был арендован, или я не знаю как, у Миланы. Расставлены камеры. Также это происходит все в формате шоу. Правильно? В формате шоу какого? Нас смотрят наши родственники, зрители, я не знаю кто. Я не знаю, шоу ли это или нет, но... Камеры точно стоят и за нами... Или просто кто-то играется. Или про наших шутил. Родственников знают хорошо, ну, хорошо, слишком много информации о нас. Да. Угу. Все-таки, ребят, такие мне люди присылают, о которых никто не может знать. Все-таки, наверное, нас реально смотрят. Думаешь? Да. И это... Потому что Антона Панченко и Наталью Меркул у меня нет ни в телефонной книге, нигде нет у меня их. Хорошо, но если Изольда Кац знает о том, что есть родственники у нашей бабушки, которые разбросаны по всей стране, и столько информации про них знает, то я как бы могу с точностью уверить, что о этом человеке, о котором ты сейчас говоришь, она точно может знать. Ну, то есть тут как бы пока непонятно. Это будут быть очень богатые, влиятельные люди, которые решили сделать вообще просто шоу для себя, и это тоже не факт, что это прям... Но! Здесь развлекаться? Не-не-не-не-не. Я буквально вчера понял, что
Это действительно настоящие смотрители, потому что, ну, не может, могла... Может, они просто хотят обобрать наших родственников? Не-не-не-не-не, тут в другом. Сразу же сказали, сколько нужно денег, я не хочу здесь сидеть, и все. Слишком много вопросов. И слишком ответов... мало информации. Вообще да. Нету, да. Но могу сказать одно, курица получилась обалденно, учитывая, что у нас ни хрена не было буквально 3 дня назад. Это просто шикардос. Вася, у тебя остался еще кусочек мыла? А там же хлеб есть еще. Нет. Уже нет, я сегодня мылся без мыла. Просто кипятком мой. Мыло закончилось, вы чего, съели что ли? Я стирала кусок. Она стирала макнусом. А был один кусок мыла, мы пользовались. Трусы не стирали. Да. Купали все. Да, я тоже успел. Так вот, уважаемый Изольда Кац, какое еще время вы нас тут собираетесь держать, когда вы нам объясните, что, блин, к чему? И вообще мы разрешения даже не давали на то, чтобы нас снимали и вообще крали. А нас не спрашивали по ходу дела. Да, меня вообще не волнует, что они меня не спросили, меня волнует, почему они этого все-таки не сделали. И в любом случае хочется уже какие-то ответы получить, потому что как идиоты. Нас тут как крыс под камерами держат. Да, это во-первых, отвратительно, во-вторых, это низко. Мы должны стоять и перед всем миром просить, чтобы нам прислали сменное белье. Кстати, а что подмешивают эти фотографии? У меня все прекрасно. Все? Сложили в полку. Просто жесть какая-то. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Постоянное молчание и тишина. Мы должны сходить с ума в этом бреде. Да. Ты же хотел, чтобы мы оставим тебя вести. Ну, все срать, как бы, решили. А почему ты не стукнешь кулаком? Ну, потому что... Нет, это на лицо, ребят. Нет, всем срать, или все решили еще поесть. Нет, по картошке все взяли и все. Ну, да. Смотри, вот курица. Я сломил грудинку. Понимаешь, потому что он тебя не уважает. Голодный. Придет время. Не, у меня были бананы, все, я совсем поделился, нормально все. Это просто унизительно то, что происходит. Абсолютно. Ну, а мы ничего не можем сделать. За вами наблюдает весь мир. Они могут вам помогать. У Ксюзы зубами проблемы. Просите у них то, что вам необходимо. Что у вас с зубами, не поняла? С зубами у меня то, что некий человек по имени Юрец сегодня утром напал на меня, заломал мне руку, и я ударилась об железную спинку стула, и у меня треснул зуб. Также он разбил мне губу. Изольда Кац, если вам будет интересно, вы напишите, пожалуйста, я вам расскажу, как было в действительности. Вот так было в действительности. Вы можете посмотреть по записи как 3 дня, с камеры, как потому 3 дня что все. Здесь все, пожалуйста, не как перебивай все, меня, как я все обращаюсь. 3 дня. Как тут все 3 дня протекало, как она тут психовала, жаловалась, что у нее нет еды, что мы все сволочи, подонки, что мы негодяи, что мы ее все обманываем, никто ей не нужен. Мы с ней делились едой, печеньем, девочке ей дали одеяло, потому что она не может попросить Милану по-человечески, просто сказать, Милана, дай мне одеяло. Ничего, напала сегодня на мою еду, начала раскидывать весь хлеб здесь. И все потому, что ей что-то тут не нравится. Ей лично не нравится. Взяла мои продукты. Я просто схватил ее за руку, чтобы она не выкинула мой медовик. Она наклонилась и сама ударилась об стул. А теперь у нее проблемы с зубом. А еще она пыталась размазать губу вон там на лестнице. Я видел, вот так размазывала и выдавливала кровь оттуда, чтобы кровь размазать, чтобы прийти вам сюда пожаловаться. Ночью на лестнице происходило. Катя тоже видела на этой лестнице это происходило. Абсолютно правда. Причем здесь Катя видела на этой лестнице. Ничего ну ты спускалась по лестнице. Можно теперь я скажу? Вы видите? Короче, она раздавливала кровь, чтобы у нее крови вот так побольше было, чтобы она прям вот вся в крови такая была жертва. И зуб разбила. В общем, вот все, что произошло. Никто ее не бил, никто ее не цеплял вообще, и ничего такого не было. Ну, то есть я просто сидел. Ребята, вы прекратите, вы мечтали за вами, наблюдает весь мир. Вам не стыдно сейчас эту херню здесь писать? Я не хочу, чтобы обо мне ходили какие-то слухи, что я кого-то там избиваю. Вот и все. Она сидит и жалуется, как не... О, смотри. За вами наблюдает весь мир. Серьезно? Прикольно.
Боже, это что? Ой. Это же... Ребят. Это я только что говорил, да? Это что делают? Это нам показывают нас, страны. Так, ребят, прямой эфир. Я ничего понять не могу. Серьезно? Как это? И кто это смотрит? Все люди? Все, кто хочет? Да. Это где? По телевизору? Обалдеть! Ютуб, трансляция Ютуб. Где угодно. Куда, как это все приходит? На плазму, в этой изоди КАЦ, куда угодно. Пожалуйста, пришлите нам какую-нибудь посуду, пришлите нам что-нибудь, чтобы все уже успокоилось, чтобы они не нервничали, не психовали, чтобы мне не пришлось приходить к крайним мерам. И если можно, изоди КАЦ, можно всю информацию уже какую-то выдать? Потому что это уже начинает накалять. Как вы там смотрите? Где? Что? Вы устроили шоу из этого? Ну хорошо, вы... Я просто не понимаю, как нас смотрит весь мир, где, откуда? Если смотрит весь мир... Васич там что-то... Васича показывают! Вы не видите, да? Я живу с эстрадой, заявляю это официально. Что можно сделать, чтобы этого избежать? У меня серьезные проблемы. Это ужасно, мы на самом деле же не такие толстые. Я в два раза больше, это телевизор так увеличивает. Это кто, ты что ли? Нифига себе! В два раза больше, глотки прям. Глянь, камера увеличивается от 15. В два раза больше. Прикольно. Это что? Слушай, а... Жесть какая! Вася, нас показывают, трансляция! А вот я сейчас о чем и говорю. Вы сейчас тебя видели. Посмотри, написано, мы герои, значит, ну я так понимаю, мы герои в борьбе за наследство, правильно? Мы герои, ребята. Значит, все по-настоящему. Значит, все по-настоящему, естественно, смотрит весь мир. Боже. Всем привет, кто меня знает. Я великая Екатерина Александровна. Я немножко в неприглядном виде, потому что так случилось со мной, такие обстоятельства сложились так со мной. Но мы, я так поняла, но это ничего плохого в этом нет, потому что я герой в борьбе за наследство. Да, я, конечно, очень переживаю, как у меня творится мой бизнес без меня, как будут сдаваться объекты до 1 декабря. Мы хотим узнать, какой хотя бы сегодня день недели, дата, месяц. Вот, потому что до 1 декабря мне нужно сегодня отсюда выйти и сдать свои объекты. Хорошо, а у меня вопрос к Зодикации. Если она транслирует всему миру, то каково ей транслировать всему миру вот таких неприглядных героев, у которых скоро не будет зуба, выпадут волосы, заведутся блоки, начнется лишай. Да это кайф, понимаешь, кайф. Васич, ну это для кайф, для вас, для мужиков. Нет, да послушайте меня, это кайф смотреть на людей, которые находятся в таких... А вы думаете, людям было бы интересно, если бы у нее было все здесь, бутылка в лакшери, думаешь, было бы интересно, если бы у тебя были тут косметики? А при чем тут Ну так вот только что вам показали, что нас показывают. А по сути, ты была права, это было шоу. Это же жесть. А, если ты к этому говоришь. А я к этому говорю. Ну так теперь я тебе... Ну если нас транслируют, вы хотите, чтобы все было у вас хорошо? Ну подождите, это еще не факт. Люди это будут смотреть? Может, у них личный сайт свой, они там что-то сами для себя смотрят. Ну нахрена транслировать весь мир? Нет, Ютуб написано было. Там Ютуб. Ютуб может быть закрытый канал, вон у Макса спросите, он все знает по этому поводу. Может быть, нет, там вообще про другое. Нет, нам же приходит продукт уже все. Ребят, нет, если нам приходят уже продукты, значит нам также может прийти и шампунь, и гель для душа. Вот мы сейчас и про. Вот, Катюша, хотим помочь, смотрим тебя. Это мои девчонки, пошли три воздушных поцелуя. Настя и Наташа. Смотри. Девочки мои дорогие, красотки мои с Волгограда. Наташенька, моя девочка, супер, вот, Настюша, вы мои просто золото. Я вас очень люблю, вы самые крутые. Вот, я вас люблю. Вы прекрасны, у вас самые крутые семьи, мужья и дети. Я вас очень люблю. От всей души. Ребят, вот, значит, нас смотрят мои девчонки с Волгограда. Я вас соскучила, дайте вас поцелую.
Не трогай плазму! Мам, ну что это мои... Отойди, успокойся! Это мои девчонки, девчулечки мои! Как не сломать? Ой, вас люблю! Блин, они смотрят на меня, как Тусик моя, Настенька! Блин, я вообще не могу! Уже... Вот, увидите доказательства, фотографии их даже! Ну, так я еще раз говорю! Вот они тебя смотрят, да, просят три поцелуя послать. В этом и фишка в том, что если у тебя все будет хорошо здесь, это ты никому не будешь интересно, ты это понимаешь? Пришлите нам тут, пришлите, заслужи! Заслужите, ребят! В таком виде, вот я какая, вот. Ну ничего страшного. Нет, если нас реально смотрит весь мир, то на нас смотрят и мужчины. И мужчины же хотят посмотреть, как мы можем выглядеть нормально, хорошо и красиво. Я так думаю, мужчины, мы ждем от вас мужских благородных поступков. Мужчины, очень нужно шампунь, гель для душа, ну и элементарные средства существования для девочек. Ну вы должны нас понять, мужчины. Я жду от вас мужских настоящих поступков. Мужики, вперед. Я не могу переварить информацию, если честно. Нет, ну переваривай, вот. На нас смотрит весь мир, что они... Ну помнишь, ты еще тогда говорила вначале, что возможно это какое-то шоу. Вот тебе доказательство. Вот ты только... Это реальное шоу, понимаешь? Нам реально... Я знаю про эту Смит. И я так понимаю, что они сделали это как... Камера шевелится. Ребят, реально, что надо вы просто вы? Еще сказать... мужчины, которые способны, у нас есть вообще способные мужчины на благородные настоящие поступки. Если есть такие мужчины, вам это все воздастся, мужчины. Убери руки. А еще мне нравится такая фраза, мужчина, способный на поступки, достоин быть любимым. То есть он однозначно будет любимым, если мужчины вообще заедает, придет эта Милана, она же там что-то с этими... Я жду, ребят. Если нас реально смотрит весь мир, это мои девчонки с Волгограда, это вообще, то значит нас реально все смотрят, нам уже присылают и еду, и поцелуйчики, мои девочки, мои красотки. Наследство реальное. Реально все, Васич. Это идет как шоу. Смотрит и уже. Голова сейчас взорвется мозг. Осталось узнать нам размер наследства. И сколько времени мы здесь должны находиться. Правда? А мы по приколу сидели новости из деревянного дома. Я была уверена все-таки до последнего, что это... Ну, я тоже сомневалась. Что не смотрят люди на это. Ну нет, там... Нет, ребят, нас реально смотрят. Ну хорошо, нас смотрят. А что дальше-то? Да, реально. Да подождите, зачем так много информации сразу? Мы родственники, у нас есть наследство, на нас смотрят. Вы что, гоните? Нельзя так просто взять и ошарашить человека вот просто всеми вот этими новостями, и поэтому нам выдавали все порционно. Ну да. Не захвачены истерии полной, ну как бы сумасшествие. Как бы контролируйте это, ищите пути разные, не надо в одной где-то как унижаться, там становиться вообще ничтожеством и там что-то какие-то оскорбления физические, национальные какие-то оскорбления, человечные. Надо человеком оставаться всегда. Неважно, что ты. Вот есть у нас один очень известный, самый известный пророк, который дал себя в жертву ради людей. И что в итоге стало? Ничего не изменилось. Мы, к сожалению, не святые все, и поэтому просто сруливайте, уходите от этой провокации. Если девушка мудрая и достаточно сильна, она сумеет сделать так, что твое сердце отзовется, и все будет нормально. Вот и все. А ты со своей стороны сделаешь то, что от мужика требуется. Шампунь такой-то, чтобы я мыла им голову и чувствовала, как у меня волосы растут, и как бы говорила о своих ощущениях. Ты про рекламу говоришь? Не про рекламу. У нас, получается, весь мир смотрит, то это можно же и как рекламу использовать. Ты любую идею сказала. Не про рекламу, а просто, что я буду пользоваться и рассказывать действительно, если это так, о своих просто ощущениях. Есть, например, могут мужчины свой бизнесмен. У меня, допустим, свой колбасный цех.
Я захотела вас покормить, мы голодные, представь нам колбаски, мы всем расскажем, вкусные колбасы или не вкусные. Ну, то есть только тестировать колбаску. Да, тестировать. Как вариант. Да, это не реклама, ну, это тестирование, говорить только правду. Если... Все мужчины, у которых есть свой бизнес, мы вам можно плотно посотрудничать с вами. Присылайте нам свои заготовки, а мы здесь их протестируем и озвучим это в прямом эфире. То есть это будет как контрольная закупка. Да, 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 какая-нибудь заготовочку присылают. Богатые мужчины, где вы? Мы вас ждем. Мы хотим с вами сотрудничать. Мы не знаю. А почему богатый? А почему ты не хочешь, чтобы какой-нибудь, допустим, Петр Евгеньевич из деревни Клюевка тоже смотрит вот это вот и, допустим, захотел тебе купить шампунь и это? Почему именно богатый? Да, объясни мне. Я про бизнес сейчас говорю, про сотрудничество, Васич. Не просто что-то мне купить, а мы сейчас говорили конкретно о бизнесе, о сотрудничестве. Я понял. О партнерских отношениях. Я понял. Вот. А если кто-то, конечно, из мужчин захочет мне что-то купить, я буду очень благодарна и рада этому. И я благодарю этого мужчину в прямом эфире обязательно. Как? Я скажу ему спасибо, как минимум. А-а-а. И потом отсюда я, муж отсюда, ребят, а потом мы отсюда выйдем. Мы потом сможем с этими людьми обязательно встретиться и благодарить их лично за то, что они нам что-то сейчас помогли. Когда мы сейчас получим наследство, просто нам сейчас нужно уточнить размер наследства и время, которое мы должны здесь находиться. То есть в течение этого времени мы же выйдем, и мы сможем лично облагодарить каждого человека, который нам сможет сейчас чем-то помочь в нашей ситуации. Какой у тебя размер наследства? 15 сантиметров. Подожди. Ты повелась на его шутку. Кать. Вот ты стрёмная в натуре, ты знаешь, как, ты вот видишь. Катя, я тебе прослушаю, ты стрёмная. По 15 сантиметров? Смотри, когда ты, он начинает... Зачем вы вообще так поступаете с людьми? У меня столько вопросов, и мне жутко стыдно и неудобно. Я не... Ужас. Не касалось твоего наследства. Подождите, ребят, я спросил. Я... Ну зачем ты шутил? Просто зачем шутить на такие темы? Я вообще не шутил на эти темы. Нет, у нас присутствует в нашем доме король юмора, который считает, что не шутка, то просто вот прямо в цель. Вы прямо сейчас на это смотрите? Это... Ужасно! Это ужасно, отвратительно как-то... Или, я не знаю, или клёво, здорово. Это мне жутко вообще неудобно. У меня колготки порвались. И я... И у меня... Да как так-то? Нельзя так с людьми поступать. Просто жесть. Мне жутко стыдно. Помочь. Потом мы их отблагодарим обязательно по выходу отсюда. Когда получим наследство. Да, когда мы получим наследство, мы в 10 раз больше отдадим за помощь. Но сейчас реально нам просто очень сильно нужно элементарные вещи, средства гигиены, элементарные ежедневные гигиенические средства. Давайте сейчас напишем на этот список. Давай карандаш. Что нам нужно? Я не обижаюсь. С обиженными знаешь, что делают? Так что я не обижаюсь. Нет, я хотел сказать тебе не то, что ты обиделся, а я спросил реально про наследство. Я понял. Просто как бы... У нас не так вышло. Поэтому ты как обычно поддерживаешь разговор. Все нормально. Я не обижаюсь, поверь мне. Я делаю выводы и как бы... Это все нормально. Васич, я в прямом эфире сказала, тебя просто не было. Это наша шутка утрешняя, просто да люди не знают, не понимают. Все, молчают. Она не относится к тебе, так что все хорошо, не волнуйся. Бог нужен, да? Как ребят, ну мне, вот вам не дико, мы в прямом эфире, на нас смотрит весь мир, вам не дико? Я впервые с таким вообще сталкиваюсь. Мне такое ощущение, что ты всю жизнь в этом, потому что так как ты общаешься, тебе уже какие-то поцелуйчики шлют или еще что-то. Мне такое ощущение, что ты с этим родилась. Нет, Вася. Потому что так как ты это делаешь, как будто у тебя поставлено все. Мне кажется,
все, что будет приходить от богатых людей, будет благодаря тебе. Потому что реально, то, что делаешь ты, я сейчас вообще в бахере. Нет, честно, Паш, тебе скажу. Я просто честно скажу, когда работала на железной дороге, да, я была всю жизнь капитан команды КВН. Угу. И поэтому, как бы, может быть, поэтому вот у меня так разговаривалось общение, да, общение со зрителями, я как бы привыкла быть на сцене. Также я училась в музыкальной школе, я была солисткой хора, например. Ну вот видишь, я говорю, что для тебя это дико. Для тебя это абсолютно... Нет. Вот для меня это дико немного. Нет, ну для меня дико, пусть в прямом эфире на весь мир, для меня это дико. Ты что? Так, все, давай карандаш, будем точить гвоздем, я отковыряю. Где гвоздь, Юра? Давайте как-нибудь подточим простой карандашик. Нам нужно составить список, самый первый, нам необходимо, что нам нужны вещи какие. Вот гвоздь. Очень. Так. Нам нужно составить... Помыть так, его? Помыть, естественно. А вот как? Как нам показывала, вот у нас есть, да, электрическая выписка, мы нашли вчера, о том, что да, действительно есть бабушка, и документов о том, что она оставила наследство, у нас пока нет, но о том, что вот она у существовала, когда-то действительно есть. Также мы нашли вот эту фотографию, где... Ну, одна хочет список составить, вторая... Можешь потащить карандаш, возьмем. Шучу про сантиметры. Ты ненавидела три дня всех, а вся сейчас сидишь что-то там. Я рассказываю события этого. Юра, сами сделай. Да, кому не интересно, от тебя события никакие слушают. А как это наточить гвоздем-то? Очень интересно слушать твой бульварный юмор, который ниже плинтуса. Слушай, кому ты что рассказываешь? Ничего не интересно. Какая тебе разница? Так, документы аккуратнее. Аккуратнее документы. Не пори, положи, не надо. Иди вон жалуйся в камеру. Давайте вы не будете друг друга. Чего надо-то, я не понимаю. Я жалуюсь в камеру. Иди, не сиди со мной вообще за одним столом. Прекратите уже. Ну что это, да? Куда? Жопу куда? Ты что сидишь-то? Ничего. Сиди, что-то там рассказывай кому. Ты ничего не понимаешь. А тебе какое дело? Тебе лишь бы тусоваться, лишь бы веселиться. Тебе-то что? Ты можешь не обращать внимания на это? Это невозможно сделать. Наточить гвоздем. Нет. Да, я попробую. А ты можешь? Васич, вот так отковыривай. Против шерсти. Все испортил. Можешь еще хуже сделать. А ты не можешь? Ты все испортишь сейчас. А ты не испортил сейчас? Своим бульварным юмором. Король юмора у нас. Ничего вообще. Ты, конечно, ничего не испортил. Хватит. Кто тебя-то будет слушать? Кто это будет чушь? Ты жаловаться. Твое-то какое дело, что я умею. Так прекратите, родственнички! Не забывайте, что мы родственники все-таки, как-никак. Эх, таких родственников да намыло. Да, родственников не понимают. Раз. Вы меня правда слышите? Поэтому придется немножко посмотреть. Просто хотелось бы сказать, что, во-первых, это бесчеловечно так поступать с людьми. Во-вторых, это... Ладно, без цифр. Просто как можно заставить человека оказаться в такой ситуации, чтобы ему приходилось просить? Это... Вы просто действительно забираете все, что было у человека, помещаете его как какого-то кролика в замкнутое пространство с незнакомыми людьми, ладно, пусть и родственниками, но мы же не знали друг друга даже. И... Это просто ужасно. Ну, серьезно, хотя бы какие-то вещи бы дали, телефоны забрали, все. Что-то сделать, но... Господи, боже, ненавидел три дня всех, сейчас сидит, себя правильно устроит. Я в шоке вообще. Что за вранье? Лицемерие! У нас есть хорошие... Себя там видел со стороны? Неудачно, ребят, вы неужели должны обрадоваться? Нам идет помощь, нас смотрит весь мир. Вы что так себя ведете? Вам не стыдно даже? А как? Перед своими знакомыми вас смотрят. Вот это жизнь. Что? Прекрасная? Прекрасная. Ну, нет, пускай, все же хотят увидеть, вот такая у нас реальная жизнь, вот. Почему? Я первый раз в таких обстоятельствах нахожусь. Я просто сейчас на дне на каком-то социальном. У меня перевернулась вся жизнь, и я просто в шоке. Понятно. Потому что никогда не была в таких условиях. Никто не был, а кто был 4 дня не мыться? Так, ладно. Первое, что нам необходимо, это элементарный шампунь. А ты кому ты пишешь список? Я сейчас просто хочу составить список, чтобы озвучить его в прямом эфире. Почему? А кому это интересно? Это интересно тем, кто нас смотрит, я думаю.
И люди захотят, нам помочь. Нет, мне это интересно. Захотят же мужчины. Есть же благородные мужчины на свете. Мужчины, которые нас сейчас смотрят. Я знаю, вы очень намного способны. И вы способны на настоящие мужские поступки. Вы же можете нам помочь? Элементарно. Сейчас мы составим списочек, а потом его озвучим вам. Итак, нам нужен шампунь. Гель для душа. Мне бы зубную пасту еще. Зубную пасту у нас уже есть. А мне нет. Нет, у нас нету каждого. Пока у нас есть одна общая, то пока... Давайте по минимуму идем. Давай еще. Так, паста... Ладно, зубная паста еще одну, да, зубная щетки. Да, нам нужна расческа, фен. Все, ты уже все тут написала. Это, нижнее белье. Да, нам нужно обязательно нижнее белье, потому что у нас нет сменки. Мыло. А, порошок стиральный. Порошок стиральный. Мне нужна обувь, если честно. Да, носки. Носки мы замерзаем. Не носки, а обувь. Обувь. Ну и носки. Я не могу в каблуках уже ходить. У меня уже устали. Порошок стиральный. Носки. Косметика. Мне нужно хотя бы какой-нибудь крем для лица, у меня реально сохнет лицо. Нет, просто как составлять список, если бы знать хотя бы определенное время, сколько мы здесь будем находиться. На какое время? На два дня? Поверь мне, составляй список. Чем ты больше возьмешь, тем проще. Потому что если мы раньше выйдем, хорошо, если мы раньше получим. Но знаешь, лучше готовиться к худшему, чтобы потом... Носки, Васич, да, вам тоже носки, давайте. Конечно. Какие мне... размеры носок, давайте. 27 размер у меня носков, 27 размер, значит, как минимум, я бы, если прислали 10 пар, мы бы их стирали и как-то просто... Потому что вонь невозможная. Я знаю, что вонь невозможная. Какой у тебя размер носков? 40-42. Нет, именно носков. А, этих 20. Ну тоже 27, если у него... Нет, 29. А, тогда... У Юрца какой размер? Нам нужно, друзья мои, сковорода или что-то, чай из чего пить. Еще... Чайник. Потому что у нас есть чай, у нас даже есть торт медовик, но у нас нет чайника. Нам не в чем согреть воду. Кастрюля. Нам что-то горяченькое, хочется попить чаю, да? Тем более здесь на первом этаже очень холодно, нам нужно хоть как-то греться. Нам нужно чайник. Мужчины, мы ждем от вас настоящих мужских поступков. Элементарно. Чайник. Ну, а те мужчины, у которых есть свой бизнес, мы готовы с вами сотрудничать. Присылайте всю вашу продукцию, мы ее будем здесь тестировать и пробовать в прямом эфире. Вы же хотите себя разрекламировать? Ждем. Поздравить кого-нибудь с днем рождения. Я могу, ну, просто чтобы это не было просто так, да? Ну, к примеру, вот я порвала колготки. Да. Мне нужны колготки. Жесть. Я не хочу их просить. Я могу спеть песню. Я могу поздравить. Ну или сказать что-нибудь, прочитать что-нибудь в камеру, раз ты смотришь. Кстати, я тоже могу спеть песню. Понимаешь? Если бы у меня была чья-то гитара, я бы тут сейчас сыграл бы что-нибудь. Нет, а то есть ты хочешь сказать, что нам надо что-то делать? Да нет, не надо. Просто я не хочу просто просить. Я вообще не люблю просить. Я всегда всего добивалась есть, сама. Наверное, не бойся, не проси. Есть такой закон. И здесь как бы он отпадает, если ты понимаешь, за что-то ты можешь получить подгон. Допустим, я так понимаю, ты хочешь типа какие-то... Ну, реальные задания, чтобы было в пределах разумного, естественно. Не какие-нибудь там... нереальные задания, да. Хорошо, вот у меня вопрос. Уважаемая Кать, какое я могу выполнить задание, чтобы обратиться к стоматологу, потому что у меня болит зуб? Что мне нужно сделать? Я думаю, она сейчас услышит. В принципе, каждый, я думаю, здесь, кто здесь находится, готов выполнять задание. Смотря какие будут задания. Но, да, реально, но чтобы это не вредило твоему здоровью, чтобы это не... моральным принципам, как бы, у каждого они свои, не то, что не вредило, а соответствовало и каждому моральным принципам, не вредило здоровью, ну, то есть, в пределах разумного задания мы готовы выполнить, у кого там что-то, какие-то... Хорошо, подожди, а как это связано с наследством тогда? Я так думаю, мы должны, наверное, сейчас нам об этом расскажет дальше Изольда Кац. Мы просто не понимаем, да, размер наследства и... Вот у меня вопрос, да? Сроки нахождения здесь. Ну хорошо, вот мне как бы пойти некуда, да, у меня там сложились такие обстоятельства. У тебя есть свой бизнес, и тебе, может, это наследство вообще не надо. Да, вот поэтому я хочу знать размер наследства. Мне не надо, я сразу сказала. Какие-то задания. Естественно, я жила без этого наследства и дальше бы жила бы. У нас появилось сейчас сообщение. Было написано, Васич, было такое сообщение, что, как вы поняли, как вы можете существовать, то есть просите все, а также можете выполнять задания.
нам сказали, и вам будут люди помогать за это. Да. То есть нам люди должны присылать задания. Так мы сейчас вот об этом наверху говорили, о том, что мне, почему, что, зачем нам выпрашивать или еще что-то, да. Если будут какие-то задания, допустим, да, мы их выполним, они басты нам помогут или да, еще что-то. Может быть, кому-то нужно что-то сделать, я не знаю. Нет, это знаете, это на крайняк. Если у кого-то что-то прям вот прям горит или что-то в жизни там это, можно попросить. Но один раз или А можно я хочу попросить Кать, чтобы она заехала к Эдуарду и забрала у него мои вещи? Почему я не могу ее попросить об этом? Или хотя бы, нет, нам бы нужен телефон хотя бы, чтобы хоть раз связаться с миром, с нашим. Тихо, слушай, телефон хорошо, да. А вот эта идея отличная. А если Кать может заехать, допустим, к моей семье и взять мои вещи? Нет, что значит заехать? Не то, а просто... Получается, надо обращаться к камере. То есть с камерой говорить как с кучей народа, потому что на это смотрят. Меня аж всю трясет. И... Ты думаешь, для этого нас собрали? Я думаю, здесь нас собрали для того, чтобы мы друг друга перегрызли, уничтожили, ликвидировали просто. Никто в итоге не добрался до наследства, и все, капец. И все, мы друг друга это в итоге. Но есть другая сторона медали. Есть другая сторона медали. Мы здесь должны все договориться, сплотиться, подружиться. И, видимо, какая-то дичь нас будет ждать впереди, потому что просто так посадить людей в дом, чтобы они гнались за каким-то наследством. Что мы делать будем? У тебя есть вообще... Я готова просить, я не готова. Ну? Я не привыкла просить, я всю жизнь всего я тоже, кстати, сама. Не прошу. И, ну, я могу что-то сделать, или что обычно, когда... Ну, в эфир выходят люди. Я могу прочитать что-нибудь, сообщение. Это типа как в Инстаграме получается? Как, ну, типа... Ну, как задание, понимаешь? Или, там, ну, да. Не знаю, попрыгать. Ну, это, конечно, жесть, это издевательство какое-то. А, ты имеешь в виду, что сделать что-нибудь, чтобы тебе прислали подгон, например? Ну, чтобы не попрошайничать. А, ну да, ну это честно. Там спеть песню, поздравить с днем рождения. Ну да. Что еще можно? Просто на самом деле просто так просить, там, ой, у меня, знаете, порвались колготки, мне нужны новые колготки, пришлите мне, потому что я просто есть на этом белом свете. Ну это так себе стрёмная какая-то тема, я не хочу там, я не буду так делать. То есть, по сути, если нас видит весь мир, да, идет трансляция, значит... Стыдно. Ну, перед камерой, да. Ну я, типа, в первый день сначала было странно, да, что там есть камера и, типа, кто-то смотрит. А сейчас уже нормально, я уже привык. Ну, так, то есть, нет, не то, что к ним привык. А мы еще прикалывались, сидели, шоу делали, типа, какое-то... Новости из деревянного дома. Да. Итак, новости из деревянного дома. Из деревянного особняка или из дома? Последних событий. Оказывается, нас видит весь мир. А оказалось, что в деревянном доме нас видит весь мир. Итак, весь мир сконцентрировал свое внимание на нас. Итак, что же они будут делать дальше? То есть можно прикалываться по-разному, понимаешь? Не, на самом деле, да. Я, в принципе... Стоп. Участник Вась Васич. Новое задание. Вась Васич, спеть песню Есенина. Смотреть трансляцию, фильтр. Это как все происходит? Я ничего не понимаю. Вась Васич, это ты там стоишь? Это ты, нет? Да. А что ты держишь там? Кто тебе дал такое задание? Я понятия не имею. Я впервые вижу так же, как и ты. А как это понимается? Это почему ты держишь какую-то табличку? Это что там у тебя? Да я хер узнаю, что там у меня. Там может быть все что угодно там. Они на фотошопе, что, а задание номер. Спеть да. Песню Есенина. Значит, что? Какую песню Есенина? Вот, ты стихи просил, вот тебе задание. Ну давай, Васич, Есенина, ты вообще знаешь Сергея Есенина? Сядь, успокойся. Я спокойно. Подожди, какой у меня вопрос? А как вот это задание должно выполняться? Надо разобраться, как это делается. Вот приходит, допустим, задание. Нужно разобраться, сколько времени на задание дается. Какой там лимит на задание, понимаешь? Не сразу идти, если тебе дадут задание, разденься и это. Что, ты сразу будешь разбираться, правильно? Я не буду раздеваться. Ну вот видишь. А мне что-то вопрос. Надо разобраться, что значит петь. А что ты получишь за это задание? Вот хороший вопрос.
А что я получу за это задание? Ничего не написано. Почему, да, ты должен выполнять его? То есть, как бы, перед как... куда это нужно какую говорить? Какую песню Есенина спеть? Да, какую спеть? Песню? Ведь есть на стихи Есенина много песен. Да. Какую конкретно? И кто тебе прислал это задание? Если мне пришло, я сразу поняла, волгоградские девчонки, они писали, мы хотим тебе помочь. Я им послала поцелуйчики. То есть здесь очень много вопросов, да? А у тебя, да? Непонятно. Надо знать оплату там, да? Да. И... Что ты за это, папа? Почему ты должен это делать просто так? Непонятно, что. Не, ну я думаю, это не просто так, ребят. Это не просто. Нет, ну а как? Сколько строчек читать? Какую камеру? Как это? Ну как? В камеру, мне кажется, любовь. За нами смотрит весь мир, то он смотрит во все камеры. Мое такое мнение. Ну, я думаю, что нет. А как? Определенно в какую-то одну камеру? Что там возьму? А вот и... Песня, да? Да. Вот, тут даже слова дают. Тут, да, тут... А ничего не видно, если честно. Я так понимаю, надо придумать, что ли, мелодию, получается, к этому стиху и спеть. А как ты это сделаешь? Давай Юрца позовем, он будет музыкальный. Позову? Сейчас, погоди. Давайте подумаем. Погоди. Мелодию. Мелодию я не знаю. Я могу ее придумать, мелодию. Так что спеть песню Есенина, да? То есть, по сути, нужно наложить на этот стих любую мелодию. Как бы так, я понимаю. Получится, да, сам. Угу. Ну дайте-ка я подготовлюсь, попробую. Готовься. Мне интересно, а если не выполнять задание, что будет? Ты можешь отказаться, и мы посмотрим. Да. Ты можешь отказаться, мы посмотрим. Но я думаю, сейчас лучше это сделать, потому что все-таки Изольда Кац с нами сейчас только общалась. И что? И как бы она смотрит, наверное, может быть... Нет, подожди, если он не хочет выполнять задание, он может его не выполнять. Ну так это, ведь? Ну, я думаю, это такое задание, которое несложно выполнить. Все равно ничего не делаем. Нет, но в любом случае, какая разница? Нужно разбираться сразу. А потом будут какие-то неимоверные последствия. Так. Давайте так, я попробую. Давай. Потому что мне самому интересно. Да? Давай. Только сейчас тишина, пожалуйста. Можно мне попробовать? Да. Помощь не нужна? Да не нужна. Хорошо. Я знаю этот стих. И мелодия у меня к нему есть своя. Сыпь гармоника, скука-скука, гармонист пальцы льет волной. Пей со мною, паршивая сука, пей со мною, паршивая сука, пей со мной. Излюбили тебя, измызгали, не в кирпешок, не в термеж. Что ж ты смотришь так синими брызгами? Или в морду хошь, в огород бы тебя да на чучело. Пугать ворон, да печенок меня замучила. Ты со всех сторон. Сыпь гармоника, сыпь моя частая. Пей, выдра. Мне бы лучше вон то сесястую. Ой, прости, она глупей. И я среди женщин тебя не первую. Ох, немало вас, но с такой вот, как ты, со стервою, лишь я в первый раз. Опа! Сыпь гармоника, скука-скука, гармонист пальцы льет волной. Пей со мною, паршивая сука. Пей со мной. Все. Это... Ну а что? А ты откуда знаешь такую? Я такой первый раз слышу такое стихотворение. Я придумал мелодию просто на ходу. Конечно. Ну, она, знаешь, какая-то такая в стиле шансона, если да. Честно. Да, я такой слышу первый раз такое стихотворение. Ну и что тебе за это будет, Вася, тебе за то, что ты это сделал? Я понятия не имею. Нас сейчас реально, тебя смотрели сейчас реально, ты же выполнил, получается, задание. Ну, наверное. Ну и что теперь будет за это, я вот не знаю.
Может быть, ничего, да. Просто... Нет, может быть, какие-нибудь придут там, я не знаю. Я просил сковородку, может, какая-нибудь сковородка придет. А вы заметили, что все, что нам приходит по вечерам? Вот уже два дня подряд все было вечером. Когда уже на улице темно. Сейчас как-то на улице. Посмотри, светло. Вот вчера приходило, когда уже стемнело. Значит... И позавчера. Все пришло, когда стемнело. Угу. Может быть, за это задание тебе тоже что-то придет? Нет, ну хоть бы сказали бы, что, за что, да, ты выполняешь задание? Как так? Слушай, ну нормально, на самом деле, знаешь, ты, тогда просить вообще не надо. Ты как бы сделал, да, тебе подгон за это. Вроде да, все нормально. Ты не ну, конечно. А у меня вот, например, такой вопрос. А если, например, кому-то не приходит задание? Ну не приходит кому-то задание или еще что-то, все равно будет гнев. По-любому. Что ну, будет? Ну, в смысле, какая-нибудь там. Не, ну, что-то. Мы все. Все, конец филита для комедия. Все, до свидули. Так, карты собирай быстро, а то нам так и делать. Единственные карты пришли. Да. Кстати, Женечка, спасибо за карты. Блин, я все на самом не деле... порвал, кстати, знаешь. Нет, на самом деле это клево и унизительно. Унизительно и клево одновременно. Вы что? Понимаете? Она шевелится. Она нас видит. Кто-то смотрит. Хоть один человек. Нет. Спасибо тебе большое, пожалуйста. Это очень унизительно заставлять людей просить еду. Это во-первых. Во-вторых, это очень прикольно. Борьба за популярность. Нет, смотрите на меня. Она не понял. Смотрите. Да, и если есть такая возможность. Блин, она прям смотрит, как ты собираешь да? карты. Да, прям, это унизительно. Прям его кудрявый затылок. Кудрявый. О, а я можно? Я можно. Я так ногу еще поставлю на край кровати, как будто бы я тебя победила. Ты типа повелеваешь, да? Доминируй и властвуй. Когда я ее первый раз увидела, это произошло 4 дня назад или 3 дня назад. Вот, она ходила там что-то шаманила. А, кстати, это, ты же... Не надо. Не надо? Ладно. Кстати, карты Таро, если бы мне можно было бы прислать карты Таро, я тогда даже готова попрыгать. Да. На... Чём? Прости, все ладно. Карты Таро... Да ладно, чё, я палю тебя. Все, все, ладно. Братан! Карты Таро ей нужны, надеюсь, видимо. Это не войдет. Подожди, этот ты кусок не войдет. Вот этот кусок? Этот кусок? А, подожди, а если это онлайн, то там нельзя смонтажировать? Ну, вырежете. Ни хрена это трансляция. Вырежете тот кусок. Ничего не надо вырезать. Это, получается, ты на Таро... Ты на Таро гадаешь или что? Ты да, мне скажи. Да. Почему надо наорать на человека, чтобы он тебя услышал? Вот она хохотала. Какой-то скандал, либо это наоборот. Каждый раз по-разному она выходит. Я знаю, я знаю. Я уже пыталась и время, думаю, сопоставить. По времени вообще по-разному никак не сходится ничего. И по разным причинам она выходит вообще просто в непредсказуемый, непонятный какой момент. Каждый раз по-разному. Нельзя поймать. Никак. Где два одинаковых сларца? Да, они там наверху. Он сказал, что он спасает. Она спасает его от тебя. А, да что это? Так по сути есть. То есть смотрю, он тут сам стал провоцировать тебя. Ой-ой-ой-ой, ребята. Слушай, ну в принципе, не страшно, если такие задания как бы будут, да? И за это. Его хорошо бы еще и лавешка какая-нибудь приходила. Ну а где ты потратишь лавешку, когда ты выйти не можешь, в магазин не пойдешь? Понимаю. Ну а зачем ну, разве? Ну а Милана же где-то берет продукты. Ей-то отчехлил, допустим, там пару косарей сказал, нужно взять конины, там что-нибудь еще, пельмешей, что там еще какая-нибудь. Ну, в смысле, бухнишка. Ну это я так, чисто на вскидку. Нет, коньячка 50 грамм я тоже выпила. Ну, а, нет, я бы, я бы Мартини бы выпила. Ну вот, я говорю, а что, ей пятихатку за то, что она, ну, а чисто за ноги, здесь гвоздь? Чтобы она сбегала.
Да, здесь гость. Да, аккуратно там надо. Да-да-да. Ну-ка, отойди-ка. Я только что ногу проткнула. Успокойся, ты проткнула. Да все, я уже вся покалечена. Зуб... Убери ногу, пятку, видишь, я делаю. Да, ну куда я уберу? В жопу. Видишь же, что для тебя стараюсь, ты тоже. Ну что, какие у вас вообще чувства? Я вот шокирована, если честно. Конечно, шокированы, все шокированы. Я еще до сих пор мне не может перевариться это даже в голове. Жила я и жила спокойно, занималась вечно в суете, вечно в беготне. Честно, у меня никогда на себя не было времени. Вот даже вот так вот, чтобы я сидела и ничего не делала, я первый раз в жизни присела. Вот так вот ничего не делаю. Впервые. Да. Вот так вот, я впервые присела. Я никогда, вообще даже, я вот сейчас поняла, что жизнь-то одна, а я все бежала, бежала вечно куда-то. Торопилась, торопилась. Вот, мне, наверное, знак свыше. Сядь, присядь, угомонись. Все не успеть в этой жизни, все не успеть. А мне хотелось там большего, большего, большего. Всегда было чего-то мало. Нет, если честно, я никогда не работала, и вот это сейчас получается как... То есть мне надо что-то делать для того, чтобы не так, да? Угу. Ну это странно. Ну это ново, все, что ново, всегда странно, что? Вообще это не странно вообще работать и потом как бы... На эти деньги жить, это не странно. Это нормально для людей. Mm-hmm. Люди работают, да. Покупают, и потом начинают... Ну, то есть так, да, получается? Если мы выполняем задание, нам что-то дают, наверное, так, да? Да, ну, да. Что-то не сказали, то что Васю дадут. То есть, соответственно, так же на работе, да? Ну, естественно. На работе за я понимаю, и когда я получил диплом женского психоаналитика, для меня тоже это было немного шок, что я буду как бы работать по профессии, я тоже не ожидал. Ну, год за годом, в принципе, это вошло в привычку. И... Как ты учился и получил диплом, и не ожидал, что будешь работать по этой профессии, Вася? Ну да, это так. Я когда учился, я думал, я пойду по другой дорожке. Шучу. И ты свернул на нее все-таки, наверное, на эту другую дорожку-то? Да нет, все нормально. Ну странно все, Изольда, да, конечно, продумала как-то. На самом деле, если посудить, что, по-моему, все логично. Она очень все круто продумала, это Изольда. Там близки, то есть более человечные, такие мудрость определенная. Я ничего плохого не говорю. Определенная мудрость. И третье, чтобы у вас хотя бы цели были как-то приближены. Вот. Ну, чтобы как бы. Так, это стоп, же путь. Подожди, стоп, прошу. Мечтать, надо всегда мечтать. Пожалуйста, чтобы чтобы путь один был. То есть, если ну, человек идет своим путем, да, ты вот идешь своим путем, а если с тобой рядом, например, девчонка, да. То есть у нее в голове там что-то свое, да, у нее в голове что Sailor Moon, там, ладно, всякое такое, короче. Это не твоя шутка была, да? Всякое такое, а у меня в голове что-то одно, мы естественно, ну просто физически просто расходимся, поэтому как бы надо определяться, и все-таки, если ты хочешь... Все-таки выбор такая штука. Надо придумать, как позвать Sailor Moon на шашлык. А самое главное, надо уметь извиняться и быть терпеливым. Вот прощать и терпеливым это самое главное. То есть ты предлагаешь всем быть терпилыми? Да, не терпилыми, а да, ждать, пока человек немножко перетрансформируется и станет каким-то немножко. Если он хочет этого, если он не хочет этого, да шли в жопу этого человека. Если просто. Не хочет человек, просто надо встать, развернуться и уйти. Если у тебя есть ноги. Это прописано все по этому, да? Завещание. Но мне все равно непонятно, кто как будет определяться достойный, как он определяется, по каким таким критериям, параметрам, по каким признакам. И кто это определяет? Нет, вы не понимаете. Никто... А может быть зрители определяют? Кто нас смотрит? Смотрите. Возможно. Может быть, они как-то будут определять по каким-то параметрам, кто из нас достойный? Тоже не пойму. Очень все это интересно. Очень интересно, непонятно вообще. Но мы сегодня поели, это уже хорошо. Очень вкусную еду. Я, кстати, не ожидала, что может быть так вкусно. Да. Блин, надо
Надо как-то, чтобы нам еще бы курицы прислали бы. Или еще что-то. Но это реально было охеренно вкусно. Это просто была божественная курица. Причем мы ничего с ней не делали. Вообще ничего. Мы просто ее тупо засунули в микроволновку. Ну сколько прошло времени в эту духовку? Сколько прошло? Два часа. Два? Ну я навскидку примерно, я смотрю, я вообще время никогда не секаю, так смотрю визуально. Причем она не сухая, да, такая прям, да. Сочная была. Да. Ну, я просто очень люблю, знаете, этот соус, картошечка с соусом есть, это вкусно. Но даже без соуса очень вкусно. Я люблю соус.